покажу маме или что-нибудь, не знаю. Но сам факт. Я сидел, открывал 3D Max и сидел часа 3-4, не знаю просто, что делать. Вот тупо пялился в пустую стену, а потом закрывал и шел спать. То есть... У меня обычно часто это начинается поиском референса и уже заканчивается. Нет, да, ну я ж тогда еще не... Вот эта сама концепция о том, что можно и нужно искать референс, до меня дошла еще, знаешь, через несколько лет на самом деле. Что художники все это не из головы, оказывается, делают. Но мне кажется... Да, но ты задал...